Кузнецк в рамках рабочей поездки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Одним из первых объектов визита стала школа номер 6. Капитального ремонта здесь не было с 1983 года, с момента ввода здания в эксплуатацию. Текущий ремонт проводился, решена проблема с кровлей здания, однако обновление и модернизация требуют актовые и спортивные залы учреждения. А школа с перспективой, здесь рядом вот этот так называемый аэродром и в перспективе развития да, жилье, и вот как раз она бы и выбрала бы в себя, значит, с этого микрорайона на первых порах, чтобы ее нам не хватило. Ну что, пойдем посмотрим, спортивно. Временно исполняющий обязанности главы областной исполнительной власти осмотрел помещение школы, посетил кабинет химии и лабораторию, спортивные и актовые залы. По итогам озвучил решение о выделении бюджетных средств на капитальный ремонт в размере 3 200 000 рублей. Еще один объект стал фокусом внимания в Рио губернатора – музыкальная школа номер 1, где ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». На ремонт здания средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Выполняется утепление фасада, установка пластиковых окон. Позже приступит к ремонту кровли. Олег Мельниченко проверил ход ремонтных работ, уточнил намеченные сроки их завершения. Представители подрядной организации пояснили, что обновление фасада по графику должно закончиться в конце августа текущего года. Да, все будет еще закрыто армировочной сеткой. Да, все стыки, которые будут не подготовлены, заполнены первым. То есть вопросов там не будет. У вас когда срок? 24-го. Давайте не подводить и выполнять работу. На обустройство крыши объявлен аукцион. Ремонт предполагается завершить в сентябре текущего года.